Как собрать завидный урожай, расскажет и покажет главный агроном Бурятии. Анатолий Кушнарев, как обычно, поделится уникальными секретами выращивания овощей и ягод и даст дельные советы, как сделать ваш дачный участок краше. Поделиться своими изобретениями и лайфхаками сможете и вы, дорогие телезрители, ведь в новом сезоне появится рубрика «Сделай сам». То, что в нынешних условиях, когда многие вещи покупать дорого, народ, как известно, у нас талантливый, изготавливает человек сам для работы на своем участке. Я думаю, что это будет интересно всем. Кое-что и из своих поделок я покажу. Но и самое главное, наши садоводы и огородники покажут те инструменты, то оборудование, которое применяют у себя для большей эффективности работы на участке. В саду или в огороде покоряет не только просторы Бурятии. Теперь программу смогут увидеть и жители Иркутской области на канале ТВС. Ну, для меня это, конечно, неожиданная новость. До этого программа выходила на Забайкалье. Но Иркутская область имеет несколько другие почвенно-климатические условия. Это я прекрасно понимаю как ученый. Но я их тоже, эти условия, знаю. Там много коллег моих работает в аграрном университете. Мы знакомы. И, конечно, я буду учитывать эти условия. Надеюсь, что иркутяне будут довольны нашей программой. Первый выпуск нового сезона «В саду или в огороде» вы увидите на телеканале ТВ.ком. Не пропустите. Екатерина Листратова, Сергей Медведев. Новости дня.